В сети набирают обороты весьма специфичный конфликт между резидентом Comedy Club Павлом Волей и блогершей из Казахстана Балауз Талиген. Точнее, даже не так. Конфликт скорее между поклонниками Comedy и теми, кто поддерживает Талиген. Одни просят Лисану Тяшеву успокоить своего мужа, другие обвиняют Талиген в хайпе на ровном месте. Так что же там у них произошло? Давайте разбираться. Есть такой тип женских понтов, когда она такая... Она летящая, она такая воздушная, она такая, как космос. Она что-то между мечтой и долбанько. Типа, догадайся, что я имел в виду. Павел Воля стендапил себе про женские понты. В какой-то момент в качестве примера показал фотографию Балауз Талиген. При этом он не назвал ее. Это был просто пример дурацкого снимка какой-то девушки, которая, по его же словам, такая между мечтой и долбанько. И у таких девушек, у летящих, у них, если есть фотография в профиле, она всегда выглядит вот так. Эвелина Размытова, Виолетта Нечеткова, посмотрите на нее. Посмотрите, все плывет, все под каким-то странным углом. Так видит мир Джиган. Comedy выложил это выступление отдельно к себе на YouTube-канал. Ролик посмотрели 4,5 миллиона человек, в том числе и Балауз Талиген. Ей очень не понравилось. И вот почему. Не знаю, почему это плохо и не смешно. На данном видео обычно в таком формате на Comedy Club высмеиваются обычные женские стереотипы, подкрепляются сексистскими шутками, под соусом. Ну, женщины, мы же вас любим. Этим самым высмеивание самовыражения человека. Вторая проблема того, что это выставляется на массовую аудиторию. На данный момент на видео 3,5 миллиона просмотров. У них складывается впечатление о том, что высмеивает, значит, правда, значит, нам тоже можно высмеивать. Поклонники Comedy и лично Павла Воли, естественно, не согласны с блогершей. Они обвиняют ее в хайпе на ровном месте и пишут, что если бы эта фотка сама ей не нравилась, то зачем было ее вообще выкладывать в свободный доступ? Но немало людей поддерживают и Талиген. Они пишут, что Воля опустился уже хуже некуда и обсуждают фотки девчонок. А некоторые обращаются прям к Лейсан с просьбой срочно образумить мужа. Кстати, у Тяшева пока никак не ответила. Сам Воля тоже молчит. Есть у меня подозрение, что они вообще не в курсе. Я бы, например, был бы совсем не против, если бы мою фотку высмеяли в Comedy Club. Но, наверное, я в меньшинстве. Большинству бы это все-таки не понравилось. А вы на чьей стороне? Брать чужие фотки и высмеивать их публично – это как, плохо? Или если человек выкладывает их в открытый доступ, то он как бы заранее соглашается с тем, что они, ну, эта фотка может быть использована в том числе и в таких целях. Напишите, пожалуйста, что думаете в комментариях.